Внимание, данное видео содержит нецензурную брань и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Вот так вот. Доброе время суток, друзья, с вами по-прежнему Дэн и игрушка под названием Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ух, выговорил. Короче, значит, мы остановились здесь, там у нас была какая-то машинка, мы ее доставили. Потом у нас финальное задание, сюжетное задание, коронка светится. Местонахождение Юрия Ипполита известно. Пусть эти твари заплатят за Сандоваля. Мне фиолетово, что вы с ними сделаете, лишь бы сдохли. Народ, пристегнись. Также у нас тут есть там магазин какой-то, тра-ля-ля, все дела, боевые ящики. А, значит, у нас... Нет. Так, значит, что у нас по оружию? Значит, у нас тут дофига всего. Так, тут я где-то, по-моему, ПСР видел. ПСР. Есть тут где-то ПСР? Я ее где-то видел. В IPB-шке она называется РСП. Вот ПСР наемник. Да-да-да, она. Единственное, что меня раздражает, это скины. Ну какого хера вы скины вешаете на пушки, которые... Ну, которые я вообще планировал как бы использовать. Точнее, ну как, я хотел сам их раскрасить, там, знаете, такой, типа, более реальный, более... Более боевой, так сказать. Так. Винтовочка окрашена, пистолетик у нас красится. В принципе, не обязан, я бы его в черный покрасил. Черный. А что у нас вообще есть? У нас... А берет-то какая-нибудь есть вообще, а то... Блин, М1911. Так, вот М9. Я бы взял берет М9, она вообще прикольная, но, блин, к сожалению, она недоступна. Порядок, понеслась. А, она мне нравится, берет. Еще я обожаю ГОК. Тот, который автоматический. Но нам здесь автоматический блок ни к чему, они и так умирают, как мухи. Радио я, пожалуй, выключу, а то оно только раздражает. Машинка, кстати, была неплохая, вот там. Так, стоп, у нас там какая-то хрень. Вижу цель. Рядом местный. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Это пятый. Иду на позицию. Все готово. Жду указаний. Веду огонь по мудакам. Они знают, где мы. Fuerzas enemigas detectadas. A todas las unidades. Disparen a voluntad. ¡Salga! ¡Ya sé que está aquí! Давай, высунься. Siguen por aquí los americanos. A todas las unidades. Comiencen el ataque. Отлично. Чисто. Ребята, как вы?
не знаю, как управлять другими ребятами, ну, в смысле, членами команды. К сожалению, для меня это еще непонятно. Если я для синхронного убийства могу только, ну, назначить, ну, как бы только одну цель. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Так, давай, бомжи, запрыгивай. И одеты вы как-то, блядь, как бомжи какие-то. Никакой маскировки. Я-то хоть замаскировался. Меня, бля, в кустах хуй увидишь. Хотя боты все равно... Самое интересное, что боты их не палят. Палят только меня. Это самое интересное. Так, у нас там есть вертухан, ехать там 2 километра, поэтому есть смысл взять вертухан. А у нас там недоброжелателей достаточно. Пойдем посмотрим, что у нас там такое. Какая-то бабуся что-то делает. Так, мы подняли какую-то хреновину тут у нас. И такие. Ага, педерасты, понятно. О, в принципе. Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи. На медали лист коки. Симпатично. Она часто какие-то вещи такие говорит, которые я даже не понимаю, зачем, в смысле, ну, как... Блин, я не тут понимаю. Полно всяких лампочек и тумблеров. Действительно, в вертолете полно всяких лампочек и тумблеров. То, блин, мы не знаем, что там полно всяких лампочек и тумблеров. Давайте, пожалуй, захватим, наверное, вот эту вот часть. Может, там что-то полезное будет. Так, тут у нас... Опасность. Враг где-то рядом. Тут один боевик. Там, на мосту. Противник на мушке. Есть еще одна цель. Занимаю позицию. К стрельбе готов. Да шо ж такое-то, а? Шо у меня руки из жопы-то растут? Блять. Да ёперный наш. Сук. Окей, тут еще какое-то добро есть пока. Та ёперный насад. Сука, где ты меня палила? Почему ты моих ребят не палишь, а меня палишь? Что? Здесь все чисто. Пидор. Ух ты, пидерас.
Хорошо постреляли. Зачищаем и уходим. Зачищаем и уходим. Она так говорит. Ну, не серьезно, ну блин. Я не знаю, кто, блин, озвучивал Бобёну. Ну, блин, ну, не знаю, женщина, которая озвучивала этого персонажа, она как-то, знаете, она так говорит, будто ей, типа, дали листочек, и такая, типа, говори просто и все. Типа, без эмоций, без всего. Ну, на самом деле, это раздражает. Потому что от игрушки хочется видеть, ну, как бы, немножко больше удовольствия получать, если хоть есть разговоры, диалоги, чтобы они какие-то были эмоциональные, а тут они, знаете, как-то безэмоционально вообще, без эмоций, такой, как какой-нибудь там Google переводчик баба, так. Ну, возможно, она озвучивала игрушку впервые. Может быть. Блять. Возможно, женщина, которая озвучила, может, ей впервые выпала такая фигня, чтобы озвучить какую-то игрушку, поэтому она никак не может сориентироваться и нормально озвучить персонажей. А либо они просто все так наплевательски относятся ко всему. Держитесь, я поведу. О, смотри, это машина с пулеметом. Я думаю, ее смысл есть взять, она намного круче. Ну, в смысле, вертолет это, конечно, круто, но машина с пулеметом. Это уже другое дело, друзья. Ну давай, ты будешь выходить. Появился один с пистолетами и пулеметами. Там явно что-то должно было быть. Никто не ранен. Ну, как бы они там просто к ним могли стоять, по идее, там должно быть какое-то добро. Посмотрим, что там у нас. Ну. Ладно, поехали. Серьезно, у вас ничего даже и не было. Ну, может, у вас хоть какие-то бабки есть? Ну, выходи. Я вот смотрел, там какие-то есть такие синие черепки, как-то так, не знаю, за что это такое вообще. Может, это дают за прохождение каких-то боёв тут, кооперативненьких каких-нибудь, не знаю. Но на самом деле, эта машина довольно прикольная. Да я не совсем. О, еще ребята тут. Еще вражины. Можешь как-то спрятаться, чтобы я мог смотреть? Да что ж с этим? Меня смотреть в ту сторону, куда ты, блин, это? Ну, вылезай, ублюдок. Вылезай! Вылезай! Ладно, давай сделаем так. Запускаем дрон. Твою мать, они идут прямо на нас.
приказ! Чего одного уже сбили, походу. Ой, не то. На этом фланге чисто. Тут должны быть какие-то важные ништяки, по идее. Я думаю. Ну... Странно, почему я не могу ее отметить? Типа я уже тут был или что? По-моему, я тут уже был. Странно, что эти чуваки респавнятся. Ну, типа, вроде их тут уже убили, а они тут все равно заново появляются. Ну, буквально в прошлой серии, по-моему, их убил тут. Ну, а бронированный джипик я-то возьму, он, в принципе, полезный. Ну. Бля, они засовисты, короче. Прикольно. Ну, а я, слава богу, они хоть телепортируются. Уже что-то хорошее. Потому что, блин, ждать, пока эти дебилы сядут в машину, это можно ухантухаться вообще. Так, это у нас там тоже вражина какая-то. Давайте более выгодную позицию, что ли, займем. Хотя на них лезть, блин. Так как бронированная машина так поломалась-то, а? Да, у них есть какой-то груз, я смотрю. Заметила еще одну цель. Иду на позицию. Цель номер 3. Жду сигнала. Открываю огонь по гадам. Нас обнаружили. Ну, слава богу. У меня все чисто. Хотя могло быть и лучше. Я сначала не заметил того чувака, я потом поведу. Пуля как-то не долетела, что ли. Готово, вот такие поехали. Вот дела. Ну, садись давай, приду. Да, молодец. Телепортируйся в машину. С таким звуком. Ужу. Ой, бля. Ну, у нас тут тоже... Добро пожаловать. Блядь! Тут у нас армейские подразделения. Понятия не имею, что сейчас было. Да, машину ухандокали быстро. Я думал, она дольше жить будет. Ну, единственный плюс, что это внедорожник с пулеметом, все дела. Но все-таки очень-очень неживучий. Блин, физика. Почему физика такая дерганая? Это же пиздец. Пиздос. Пиздос, амигос. Есть, выехали. Что ж, теперь держим путь. Попутно устраняем различных ложков, потому что они нам жить мешают. По-моему, я уже здесь был. Вижу цель с пистолетами и пулеметами.
Ясно. Выхожу. Все готово. Жду указаний. Sí, después de que terminen de cenar. Perfecto. Yo los veo al rato, vos. Ok, pues. Это мой шанс. Атакуют. Я думаю, они не успели передать чисто информацию. Как они бы успели передать информацию за такой короткий промежуток времени? Так, машину с пулеметицем, я думаю, надо оставить, потому что она вообще никакая, по сути. Она уже, ну, как бы, она уже сломана. Пулеметец это, конечно, очень хорошо, но... Машина на пару ударов. Не, текстурки машин, в принципе, сделаны прикольно так. Все они такие неплохие. Мне нравятся текстурки, но управление. Управление, сука, пиздец. Игра вроде не старая, но... Блин. Что с управлением? Чисто? Неужели? Давайте на всякий случай, ну, как бы, есть дрон, почему бы не воспользоваться? Оказывается, что у нас тут все чисто. Что довольно странно. Так, ну показывает, что все чисто, а я не знаю. Подходим к домику. Смотреть в оба. У нас гости на пороге. Я на всякий случай обошел дом, мало ли. Что тут может быть? Вперед, следите за дверными проемами. Датчик мы кинули. Наверное, Сандаваль умер здесь. Боуман сказала, что он у них был жив 47 часов. Крутой сукин сын. Долго продержался.
Мне кажется, он ждал, что мы придем за ним, а мы опоздали, мать его. Теперь не опоздаем. Все ко мне. Ясно. Выдвигаюсь. Дорогой, кем ты был до нашей встречи? Мамочка, я был никем, ничем. Я и не думал, что любовь может быть такой насыщенной. Насыщенной, как наша с тобой любовь. О, Пончик, я не думала. До нашей встречи я была лишь половинкой себя, размытой тенью, пока не рассмотрела себя твоими глазами. Люблю тебя, когда я ломал руки этому типу. Мы их раздразнили. Еще что, мать вашу? Да я вам кишки повыпускаю, козлы! Атакую! Полита уничтожены. Ты знаешь, что в кино всегда показывают, как люди не получают никакого удовлетворения от мести? Да. Так вот я просто балдею. Кроме того, мы выросли в глазах местных, когда прикончили этих голубков-садистов. Держите меня в курсе. Конец связи. Юрий, готово. Так, ну, смотрите. Мы захуёнили ребят и получили за это ништяки. Можем освободить? Не надо их напрягать, опустите оружие. Я спасти его хочу. Наша система безопасности была атакована. И я задался вопросом, а справляется ли с работой чума наш шеф охранников? Или он слишком занят в социальных сетях? Ты больше времени проводишь в чате с тёлками, чем за работой? Или это и есть твоя работа? Нет, босс. Мечтатель, он мой брат. Я присмотрю за ним. Чума меня понял слишком хорошо и пошел ва-банк. Кем бы вы ни были, мы вас найдем. Знаете, что за каждого убитого нашего мы убьем 10 гражданских. Для меня невиновных не существует. Этот идиот даже не осознал, сколько вреда он нам принес. Так, черт. Так, данные от Боумана, это наше... А, это у нас было. Силовик. Франциско Рикардо Мунгия. Кирпич. Кирпичная стена между мной и врагами. Между мной и смертью. Мы родились в одном городке, с разницей в пару часов. В детстве мы были нищими, как крысы, сновавшие по грязному полу наших лачуг, в тени роскошных особняков наркобаронов на вершине холма. Кирпич пошел иным путем. Он выбрал армию. Спецназ. Он продвигался по службе, защищал местных наркобаронов. Ему платили деньгами, кокаином и званиями. Мы снова встретились. Франциско, брат... Что ты делаешь в армии? Мы с тобой сможем горы свернуть. Будем защищать друг друга, как в детстве. Будем делиться. По-братски. Да уж, вот такой вот парниша. Ну что ж. Значит. Мы можем, получается, выдвигаться куда-то сюда, что ли?
Ну давайте нам дадут 5000. Это и хуёвин. Наберёмся мы на вертушечке. А, кстати, да, новая пушка у нас появилась. А, мы не можем ничего менять здесь, получается. Ну, это хуёво, я бы лучше вернул туда старую винтовку. Так, отсюда надо как-то выбираться. Сейчас мы как раз и займемся. Ну, отсюда выберемся, пойдем за... пятью... косарями этой херни. Ну вот это благодаря тому, что мы с вами, друзья, узнаем различную хрень. Ну, я за штурвал. Готово. Так, у нас есть какой-то грузовик нарисован, но, в принципе, он нам никакого интереса не дает. Блять, а что делать-то? Черт, 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 ну выпрыгивай, ну. Выпрыгивай, дура ты тупая. Сука, пиздец. Боумен, это Намак. Что у вас есть по Сан-Матео? Сан-Матео. За последние несколько лет в этой провинции пропало множество людей. Политики, сочувствующие повстанцам. В общем, все, кто мешает картелю. Все, кто не в картеле, и точка. Речь идет о сотнях человек, пропавших бесследно. За этими исчезновениями определенно стоит Санта-Бланка, но что происходит с пропавшими, нам неизвестно. Выясните, что случилось с этими людьми. Их семьям нужно знать, где начинать поиски. И сделайте так, чтобы это прекратилось. Понятно. Меня сбили откуда-то оттуда, я понимаю. Давайте, чтобы эта ваша проблема нас не трогала, мы ее устраним. Черт, давай, ниже. Готовы открыть огонь. Вас понял. Проблемы надо устранять. Это мой шанс. Атакую. Из машины, живо, не усложняй ситуацию. Нас там палит какая-то Поехали. Хрень. Значит, ее сейчас надо будет уничтожить, чтобы мы могли с вами спокойно летать. Ну, потому что реально, она мешает мне. Она не дает мне спокойно пролетать над этим районом. Черт, это повешенные повстанцы. Изверги поганые. Да, повстанцев жалко, конечно. Бедные ребята. Катили. Готовы? Огонь! Вас понял. Вступаем в бой. Там,
Все готово. Огонь! Так, ну вот такие вот погони тут. Да выходи ты! Блять, так дайте спрятаться. Впереди сожженная машина. Тела все еще внутри. Это послание картеля местным жителям. Где мой информатор? Черт, 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 вертушечка. Ну эта машина в принципе относительно целая. Так, я хотел сбить ПВО, но особо не получилось. Так, поехали. У нас сейчас надо сбить, ну убрать ПВОшку, потому что она нам мешает. Не дает спокойно летать на вертолетах. Ну а это нехорошо. Я хочу летать на вертолете нормально. Не хочу, чтобы меня сбивало каждый раз, когда я буду там полетать. Сейчас мы туда заедем, зачистим район. Вертушечка пропала, я смотрю, да? Самолеты летают, а ни хера им. Сетевая станция картеля. Взрываем дверь и отключаем ее. Дрон в воздухе. Появился один с пистолетами и пулеметами. У нас здесь турель. Есть третья цель. Они всполошились. Так, если они что-то заподозрят, то они могут, получается, вызвать на нас пиздец. Так, там есть вертушечка, я смотрю. Вижу бандит с ПП. Вон там, у ящика с рациями. Это система ПВО? Нет, знаешь, так себе. Просто стоит тут. Один. Здесь цель номер 5. Еще один. Еще заключенный у нас тут. Тут у нас все чисто. Ты
Так, вроде разведали все, что могли. Можно убирать дрона и приступать к нашей зачисточке, так сказать. Так, у нас там еще ребята какие-то просвечиваются. Тут боец картеля. Прямо у груды покрышек. Ну, смотри, их там возле здания вообще кишит. Как через эти окна можно что-то увидеть? Воу-воу-воу-воу. Почему я их не вижу, а они меня, да. Окей, погнали. Пригнись, а то заметят. Так, ну тут темнеет, в принципе. Хуйню вырубить, блядь. Граната, покрытие. Граната. Тревога включит. Подкрепления к ним не придут. Вертушка, ложись. Что ж с вами не так, друзья? Thank you.
Всем залечь, вертушка! Странный какой-то он был. Где эта вертушка? Да, тут надо... Как ее сломать? Тут что-то надо сделать. Ну, значит, подложка, по идее, должна уже не рабочая быть. Есть указание на большую тюрьму картеля в деревне под названием Росарио. Там много сочувствующих повстанцам. Не бывает тюрем без учета заключенных. Ага, в конторе надзирателя могут найти сведения о ком-нибудь из пропавших. Давайте проверим. Так. Где-то там что-то есть, но как туда попасть? Так, вот, вот сюда попасть можно было. Давайте поменяю, наверное, на свою. Это, конечно, очень классно, но... F416. Так, урон. У этой урон побольше будет, я смотрю. Ну, она, походу, без глушителя. Это хуёво, на самом деле, потому что мне... Мне на самом деле больше нравится оружие, которое я могу изменять, настраивать там все дела. Странно, что на снайперскую винтовку так мало припасов можно носить. Ладно, что у нас? Давайте рванем уже сюда и... Разберемся с этими придурками. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай. Ясно. Осколочная. Дебил, куда ты пошел? Да укройся же ты! На позиции, цели на мушке, жду команды.
летит быстро. Ходу, ходу! Теперь картель остался без связи, и повстанцы станут смелее. Так, чисто, мы зачистили. Как обстановка? Кстати, мы порешали. ПВО мы убрали. Значит, теперь мы можем смотреть, что это было. М4-1, ни хера. С обвесами, небось. Да. Слушай, прикольно. А, не то. Блин, да я ее тоже нельзя модифицировать, да что такое, а? Вот это хуёво, что нельзя модифицировать на самом деле, потому что мне, ну, мне это... Эти скины, блять, ну нахуя оно надо, блять? Всегда отвечаем добро на добро. В провинции, где мы работаем, мы обеспечим каждого жителя старше 65 лет пенсии от Санта-Бланки с Божьей помощью всем. Так, пенсии у них. Прикольно, у них даже пенсии есть. Ой, блять, по труду. Всему здоровому, короче, пенсии выплачиваются и прочее. По добру, по здоровью. Так. Вот вертолетик есть. И ништяки. Значит. Мы слишком растянулись. Сходимся. Ясно. Я полечу. Андрос, не так уж и темно. Ну и особо яркости, я вам скажу, не даю. Так, я хотел куда-то там двинуть, я уже забыл даже куда. Деревня Росарио превращена в тюремную зону картеля. Обследуйте офис начальника лагеря на предмет списков заключенных. Это может прояснить ситуацию с исчезновениями. Так, значит, у нас есть вертуханчик, у нас есть задание, мы можем идти. А этот вертуханчик, кстати, скажем, порядком лучше, чем какие-либо другие. Ну, 900 метров точка. Блин, еще было бы прикольно взять на самом деле парашютец. Картель просто обнес стеной целую деревню и превратил ее в тюрьму. Наши действия? Без изменений. Проникаем внутрь, находим контору надзирателя, ищем материалы на пропавших. За этими стенами должны быть ответы. Вперед! Ну давай, сади эту птичку. Так, птичка села. Внимание!
там в полете. Вижу третьего. Этот пятый. Так. Заключенные. У них сигнализация. Сигнализацию надо будет устранить. Я смотрю, у них, по-моему, одна всего вышка с сигнализацией. Так, батарейка, я знаю, что дохнет, но вон еще враг. Так, ждем, пока восстановится. Сигнализация выключена. Я не понял, а нафига нам вот это вот делать? Что с этим делать? А, это свет. Здесь снайпер. Теперь их 10. А это вот эти не палят, да? Ну ок. У нас здесь турель. Они всполошились. У нас здесь турель. Так, ну тут так-то я больше не могу найти никого. В принципе, все, но тут еще кто-то в доме прячется, я вижу. Так, я нашел еще одну сигналку. Не по себе. Да ёперный. Да что ж такое-то, а? Да серьезно, блядь.
ты подмогу не можешь вызвать уже. Точнее, как они могут вызвать подмогу? Противник идет не в ту сторону. Все круто, все круто. Вижу цель с пистолетными пулеметами. Давай. Пригнись, ты себя выдаешь. Они знают, где мы. Они знают, что мы здесь. Осторожно. Vamos a darles con todos estos cabrones. Los tenemos en la mira. Ну и как вы это поняли? Повстанцы ведут перестрелку с картелем. Может им помочь? А черт, вот они. Может какие-то патроны будут? Так, марафон. Я уже близко. Должно быть, это контора надзирателя. Если есть в списке заключенных, они должны быть здесь. Нужно проникнуть внутрь и поискать. Сука, вы серьезно, блядь? Мне походу кажется, что они даже своих готовы убивать. Типа вообще похуй, куда они бьют.
О, патроны есть где. Да ладно. Да блять, да отходи ты. Как они эти бомбы бросают, тут хуй знает, куда они попадут. Они идут сюда. Что нам теперь делать? Черт. Хорошо, что тут припасов можно набирать и набирать. Чёрт. Ай, шея затекла. Когда шея затекает, тяжко. Чёрт, откуда? Так как так? Что такое с этим прицелом? Я не понимаю, бля. Ты убегать будешь, алло? У меня бы возможность с собой побольше патрошек тасить, так это было вообще шикарно. Гражданские, как вы заебали. Ребята, убираем оружие, а то все. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. Что, полезно есть что-нибудь? Так, ну нам нужен комп тюремщика. Они на чеку. Вергас.
Ну, пока те приедут. Стоп, патрошки где? Патрошки внизу, походу, да? Мы растревожили осиное гнездо. А ты уже это говорил. Хуйня. Хуйню мы растревожили на самом-то деле. Вообще ничего не стоит. А что у тебя за проблемы? Я где-то компьютер тут видел уже. Откуда оно меня палит? Я вообще ебу. Где ты бегаешь, пидор? Сука, хорош меня наяривать, блядь. Как же меня это бесит. Повстанцы перестреливаются с антблоками. Мы в этом участвуем? Да мы валим всех этих нищебродов. Все, ну, чисто, типа, никто не ранен. Нехороших ребят. Чё вы это? Где я комп видел? Где-то я видел комп тут. Навык, походу, тут где-то валяется. Интересно, картель много таких издает? Подожди, мы типа открыли прицел какой-то или что? Так, детали. Прицел. Да нет, вроде нихуя не открыли. Я вот бы вот этот хотел. Как его одеть, блин? Как его... Как его разблокировать? Заблокировать следующий спиритус... Подожди, спиритус, откройте эту деталь в магазине. Да, если бы я знал, где еще тут магазин. А вот я вот тут видел компьютер. Ну все. Que hora es, amigos? Where is my seat? Мы нашли комп. Если у них есть списки заключенных, они должны быть тут. Нет времени ковыряться. Сливаем все подряд. Загрузка началась. Не расслабляться. Загрузка завершена. Отходим и передаем инфу Боуман. Может, там есть что-то полезное? Все. Идем, сдаем инфу и выходим из игрушки и пилим видосик. Я там вертухан бросал наверху. Угу. Значит. Ага, походу... ну, с этим заданием, походу, все. По сюжетке у нас все. Сюжетка, я смотрю, тут большая. Держитесь, я поведу. Ну, я как... Можно попробовать, знаете что? Можно заехать вот сюда вот. Навыков, подожди. Очки навыков. Оружейный ящик, смотрите. ПСГ. G28, нихера себе. ПКС, очки навыков. Смотри, а вот оно что? МГ-112. ПАК АС. Русский прицел хорошего качества, если для ближнего боя. Мне не надо такой. Пулемет. Очки навыков.
Длинный ствол увеличит начальную скорость пули. Нет, тоже херня. Что у нас тоже какая-то херня. Так, ну... Что у нас тут? Не, нам очки навыков не надо, нам бы открыть какую-то винтовку классную. Лазерный прицел 3D используется для быстрого наведения на цель. Так, вот тут у нас что-то. Да, вот. Поедем, короче, я сюда. Тут, погнали. Возьмем там то, что нам надо, и... И на этом можно будет закончить. Ехать, конечно, нам туда не близко, но можно поговорить о погоде. Погода, как и моя жизнь, хуйня, так что все, можно заканчивать разговоры о погоде. Так, Ебучий поздно. Готовы? Огонь! Открываю огонь! Впереди по дороге есть солдаты Единства. Похоже, досмотр транспорта. Чисто, как обстановка? Прыгай, 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 поехали, поехали, поехали. Go, 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 go. Move, 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 move your ass, bitches. Let's go. Fucking bitches. I hate you guys, because you're so slow. Так бы я говорил своим тиммейтам. Если бы мои эти чурки были мои бы тиммейтами. Так. О, черт, ух ты, смотри, настоящее сафари. А тут есть где разогнаться. На каком-то драндулетике. Так, надо четко определиться, куда мне врезаться. Готовы? Открыть огонь! Открыть Господи. Огонь! Между Единством и картелем есть напряженность. Возможно, нам стоит подбросить дровишек. Мастерский захват. Никто так не может, кроме меня. Ты, смотри, неплохая точила. Я думаю, вот такая вот точила бы нам пригодилась. Это там полноценные баги, которые вообще супер быстрые, по идее. Да еще и с пулеметом, блин, шикарная точила. Да, интересно, есть. Я где-то видел, есть навык, по-моему, который позволяет чинить тачки. Не то. Навыки, 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 навыки. Снаряжение, навыки. Так, отряд, свойства, выкрасить, так, защита автомобиля, бесшумный вех, выносливость, вооружение, скучная граната, С4, зона меток, тепловизор, хорошая штука. Так, время, выносливость, защита автомобиля. Ваша наземная техника получает меньше урона при обстреле, бесшумный бег, полунепробиваемость, меньше урона. Блин, вооружение. Типа, парашют. Парашют вполне штука полезная, так что я думаю, его можно взять. Так, увеличит максимальную красность вашего бинокля. Мина, приманка, ни разу не пользовался, кстати, биноклем. Так, ракетница, блин, мне бы... Есть где-то штука, которая ремонтирует машины. Скрытные зоны меток, скорость. Оружие, боезапас, рушение. Улучшенный глушитель. Ага. Время прицельных припасов. Так, боезапас. Можно купить было бы боезапас, но у меня не хватает на него ништяков. Приманка. Так, зона меток, типа, и, блядь. Не знаю, как это увеличить. Ну, у нас транспорт будет более защищен, значит.
Раз так, потратили времени, конечно, ценного, драгоценного времени. Что поделаешь. Так, у нас тут дофига всяких... Не, игра, в принципе, это, ну, что-то напоминает Far Cry 2, блин, где-то так, ну, серьезно, очень напоминает второй Far Cry. Так, у нас тут есть навык, ну, давай его поднимем, почему бы и нет уже. Замечен выключенный радиопередатчик повстанцев. Включим его. Повстанцы не зря этими штуками не пользуются. Картель охотится за ними всерьез. Полагаю, нам придется ответить. Мой народ, знаете, что все не так плохо в Боливии? Здесь все чисто. Так, две минутки надо удержать эту штуку. Открываю огонь по этим гадам. Враг готов. Чисто. А? Ребята, как вы? Опасность рядом, враги. Мы их раздразнили. Открываю огонь. Эй, передатчик скоро сдохнет. Нет его. Полный бардак. Не, нормас. Передатчик на последнем издыхании. Передатчик долго не выдержит. Датчик долго не продержится. Вступаю в бой. Этот чертов передатчик скоро с плохими парни рядом. Похоже, не по себе. Приближается вертушка. Шоу. Это подбодрит повстанцев. Кумба, это Пак Катари. Ваши победы вернули нашим людям надежду. Чем выше боевой дух, тем солдат сильнее. Да, надежда поможет людям воевать. Но для победы одних эмоций мало. Не бойся, Пак. Все только начинается. Конец связи. Хорошо постреляли. Зачищаем и уходим. Да вроде уже зачистили. На этом все. Можно ехать дальше. Забираем ту пушку и будем счастливы.
9 раз еще. Так, блядь, да что вы едете-то, а? Сколько вас может быть тут? Задолбали. Чисто. Ну, повстанцы, ну вы делаете хоть что-нибудь, ей-богу, потому что, блядь, я заебался отстреливаться, серьезно. Так, припасы есть, значит, нужно их... Мы машину забрали, самое главное, слышишь? Ну, четкую тачку. Хотя тут есть еще одна. Давайте, я догоню. Четкую тачу с пушкой загнать, какой-то угнали. Вот, там вертуханчик есть. Ну, в принципе, ладно. Кстати, эта тачка довольно быстрая. Так вот. Эй, тут оружейный ящик. О, хорошая вещь. ПКС-07, снайперская винтовка, прицел. Ну, в принципе. Сейчас посмотрим, что он нам дает. Сука. Так, детали, прицел. Ну, знаете, это уже лучше, чем было. Хоть что-то. По-моему, тут вообще разницы особо нет, только видимость хуже. Вот серьезно, блядь, по-моему, тут даже видимость только хуже стала. Игра, в принципе, так, знаете, время убивалка неплохая. Я догоню. Огонь! Черт, атакую! Пришлось загнаться в такой вот. Очень полный бензовоз топлива. Я позвоню повстанцам и сообщу, где его забрать. Сейчас залезь, штучка. Ладно, все в норме.
Так, наша машина была сломана, но тут есть джип. Нажмем джип и поедем. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Народ, пристегнись. Вы серьезно? На рынок, Дживс. Не, машинка прикольная, типа Toyota RAV 4, по-моему, или как-то так. Старенькая такая Toyota 4x4. Прикольная Toyota. Того всего осталось нам ехать недалеко. Я бы позахватывал больше прицелов, там всяких, знаете, ништяков, которые реально могут нам быть полезными. Так вот сейчас, что дорога нас идет, так, ну, через все эти посты, через все это. Сейчас будем скоро у цели. Это сирена. Граната! Граната, укрытие! Где эту сирену вырубить? Похоже, парни из еди... Дерьмо! Внимание, здесь Санта-Бланка! Трошки я где-то тут видел. Вот они, мои сладкие потрошки.
Ребят, вы вообще как-нибудь отстанете там, я не знаю. Так, окей, пока пусть кипишуют. Мы по-тихому попытаемся оторваться. Может. Готово, поехали. Здесь они держат важных узников. Давайте лучше зайдем поверху. Когда откроем огонь, следите за обстановкой. Сначала зачищаем, затем освобождаем узников. Поехали. Есть вероятность, что при отключении электроэнергии все камеры откроются. Вырубаем генератор. Сначала надо его найти. Пошли. Внимание, турель. Вертушка единственная на подлете. Залечь. Единство, сука, пидорасы. Появился один с пистолетами пулеметами. Дрона. Внимание, турель. Вижу десятого. Так. Тут есть световое табло. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Как вы пустили сюда этого идиота? Черт, на подходе бойцы единства! Черт, снайпер! Снайпер! Митим слегка. Может, чего полезного будет? Thank you.
появился один с пистолетами и пулеметами. Генератор выведен из строя. Камеры открыты. Поговорим с одним из узников. Посмотрим, что мы сможем выяснить об исчезновениях. Дебил. Чё ты сидишь? Я сзади был. Да, блин, я так чё-то аж так, знаете, вот такой напряг прям. Блин. Не, в этом плане, что если поиграешь, оно в принципе затянет, но очень много воды. Прям, ну именно, знаете, воды. Хера не его долго мочили. Тут оружейный ящик. Чисто. Как обстановка? Круто. Это мне пригодится. Так, G28. Так, детали. Прицел. Так, ну теперь у нас есть винтовка. Можно поднять тут что-то, какую-то херню. И в принципе на этом можно будет закончить. Ну вот это вот задание сейчас доделаю и... Ну, кстати, рандомно появилось. Типа я вообще шел сюда за оружием, а не за заданием. Но так получилось, что я еще одно задание сделал. Сюжетное. Здесь мы точно сможем нарыть сведения. Слушай, мне нужна твоя помощь. Мы пытались выяснить, что стало с людьми, которые пропали в Сан-Матео. С ними случился пассалеро. Кашевар? Но что же он делает с трупами? Где они? Он берет трупы и заталкивает их в бочки для нефти, затем заливает лихие... Как это по-английски? Щелочь. Каустическая сода. Да. Едкий натр. Несколько дней, и трупы в бочках, они... От них ничего не остается. Теперь у нас есть имя. Нам нужно больше данных по Пазолеро, чтобы до него добраться. Только он может привести нас к останкам. Так, ну что ж, думаю, на этом можно закончить в таком вот... На такой позитивной ноте. А снайпа? Ну, звук у них везде одинаковый. А, стоп, что-то пропустили. Что-то важную какую-то хрень тут. Что-то какая-то очень... Какая-то важная хрень тут. Картель готовит рейс для снабжения дальних баз. Самолет прямо сейчас заправляется. Эти припасы пригодятся повстанцам. Отгоним самолет на дружественный аэродром. Все просто. Откуда здесь враги? Ух ты.
Да, это автоматическая винтовка. Прикольно. Она, короче, автоматическая. А это круто. Ну, она какая-то не очень точная, смотрю. Что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. По-моему, это все. И всего вам хорошего, друзья. Всем пока-пока.